у нас есть уже куча там, фильмов, там, 40 часов. Допустим, нам, да, нам кажется, говорили годами. Так, ничего это будет, спасибо. Да, Андрей, расскажешь, как и что запускать? Кабельщики говорили нам годами. Добрый день. Что нужно запустить такой канал. Нет. Нет. Так, стой. Да что? Ну, рассказывай, так, как запустить. Рассказывайте, плейлист. Так. Вот сегодняшний наш эфир, «Ласковый день». Вот здесь вот небольшое меню, где есть кнопочка «Ролл». Так. Вот. Если мы ее нажмем, наш канал выйдет. Ролл где? А, поднимется на спутник. Только это, по-честному скажите, это именно сейчас и произойдет, или это все символично произойдет? Через 2 секунды. Нет, то есть это реальный будет запуск? Да, абсолютно. То есть месяц назад не был запущен? Нет. Нет, он висит на спутнике уже полгода и пишет. Запуск скоро. Ну, вы здорово. Сейчас запустите. Я первый раз такое делал. Давайте. Хорошо. Запускаю. Мы рады. Нажимайте. Нажал. Yes. Да. Все? Запустился канал. Сейчас все люди, которые смотрят на спутник, видят, что наконец. Ага. То есть вот этого еще никто не видел. Там. Это вот пошла его заставка. А сколько всего фильмов накопили-то вы? Около 400. Ну, это большой объем. Конечно. И мы же продолжаем это снимать. Это реально можно гонять круглые сутки. Очень практически долго, да. А сколько он будет часов? Круглосуточный. Ну, там, конечно, повторы идут. Ну, как конечно, как обычно, да. Там эти блоки, или как они там называются. Да. И еще там, кроме фильмов, то есть там исторические, этнографические фильмы, тревелы, Soviet Files, там про секреты и советы, то, что любят. Ну, это интересно, да. Да, да. И на Западе тоже любят. Ну, да. Там есть такие короткие, как заставки, Learn Russian в таком... A little bit of Russian. Да, a little bit of Russian и Learn Russian. В шутливом ключе как бы обучаем русскому языку. Поговорим с ней. Еще сети в Ирландии, в Португалии и в Германии согласились его ставить еще до запуска. А в Болгарии 30 сетей согласились ставить до запуска. Точно, потому что, на самом деле, все-таки, это хороший, серьезный продукт. Другая жизнь совсем. Да, да. И вот на агентство, которое мы обсуждали, кредит, тоже сразу выкладывается туда. Если кому надо показать, как мы открывали канал, да, может сразу взять. И, соответственно, пока мы, все курсы, как мы с вами говорили, там уже 5500 подписчиков. И 1000. Я зайду, посмотрю. Зайдите. Пожалуйста. 1000 заходов в день. Заодно попогоняем. Да, 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 народ. У них опять будет паника. Они отсюда не уходят потом. Живут здесь. Ну, работы надо жить. Да. Все классно, мне кажется, вот душновато, да? Нормально? Хорошая штука. Вот. Да. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Пока, свидания. Счастливо. Интересно.